Ну вот подходит к завершению наш день, первый день научно-практической конференции гастроэнтерологии двух столиц. Сегодня мы были онлайн и офлайн. Мне вот Ирина сообщила, что всего здесь в зале было 174 человека, онлайн было 1365 подключений, то есть это такие существенные возможности по расширению аудитории. А вот я хотел бы у вас спросить, как вы видите, как было бы удобнее? Вот в Петербурге проходила конференция в один день, но в двух залах. Мы в два дня, но в одном зале. Как удобнее для аудитории, чтобы что-то параллельно происходило с риском что-то упустить, но, может быть, там и не интересно в другом зале, а интересно в одном зале? Или лучше два дня? Два дня лучше. Ну хорошо, спасибо большое. Но я напоминаю, что завтра мы опять собираемся в 10 утра, но уже онлайн и в исключительном формате. Вот у меня есть один вопрос, который я не успел еще ответить. Когда есть такой смешанный рефлекс с желчью, что делать, если там место ингибитором протонной помпы? Да, есть, потому что мы уменьшаем объем кислотного кармана и вообще весь этот объем, который в пищевод идет. Но при этом ингибиторы протонной помпы, конечно, могут быть менее эффективными, поэтому эти вопросы мы завтра обсудим в рамках дискуссии с Натальей Валерьевной Бакулиной о роли цитопротекции. Начнется наш завтрашний день в 10 утра, и первую лекцию прочитает академик Игорь Вениамич Маев. Она будет посвящена метаболически ассоциированной жировой болезни печени. Ну и в целом завтра довольно интересная программа, поэтому приглашаю вас завтра подключаться. Напоминаю, что мы аккредитованы на баллы НМО, вы их тоже получите, если будете присутствовать на конференции. Спасибо, что были с нами, спасибо всем докладчикам и до встречи завтра.